что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Дариди, мы играем в Вормик сегодня. Будем играть против охотника и пылающего зомби, давайте уже сразимся. Так, отлично. Так, Илюх, а где я, кстати? А, вот он я. Такой вот коты. Так, наверное, сначала лучше охотника, мне кажется, размочить. Он хочет... Да, я понял, он хочет, чтобы они ближе стояли. Отлично. Неплохой выстрел. Удар. Что дальше будет? Прыжок. Блин, опасно было. Первый прыжок. Так, ладно. Твою ж мать, это было опасно. Я сейчас, походу, умру. Жестоко. Командир! Можешь вообще спрятаться где-то? Я буду стрелять! Блин, меня чуть не зацепило. Реально очень-очень опасно. Ты погоди, у меня. Мне сейчас единственное... Фак, я жив? Неужели я выжил? Так, у меня сейчас есть... Такой вариант, что сныкаться. Допустим, давайте сюда спрячемся. Смотри, куда стреляешь. Ай. Будем огонь пускать в них. Ну так хотя бы от меня какая-то будет польза. Согласитесь. Блин, у Люхи 200 осталось здоровья. Это очень это мало. Приказа. Это очень и очень мало. Может быть, авиаудары? Ты погоди у меня. Так, неплохо выстрел. Попробую авиаударом сейчас нанести кого-нибудь. Так, даже не знаю, с чего начать. Давайте с метеорита. Отлично. Я бы сказал, даже неплохо. Охотника, в принципе, не так уж много осталось. Почти умер, короче, охотник. Его добить-то немножко. Кстати, он ходит. Вау, опасно. Не попал. Ладно, давайте по зомбаку попробуем. Так, что делает Илюха? Укрепляет позицию свою. Так, хороший удар. Неплохо. Блин, даже хуже, лучше бы он ничего не предпринимал. Давайте пробуем вот так ударить. Ну-ка, может поджариться немножко. Отлично. Так, слева бей, окей. Окей. Блин! Фак. Хреново. Жду приказа. Очень плохо поступил. Так бы у меня были бы шансы, но зачем я тут телепортировался? Мне надо было хотя бы где-нибудь подальше вообще от всех, где-нибудь на окраине. Так, ну смотри, как хочешь. Сначала начать. Вот тебе прыжок. Ты погоди у меня. Огонь! Смотри, куда стреляешь. В принципе, у него есть хороший шанс. Я думаю. 200. Ух ты, 200%. Ты погоди у меня. Троих-то ты легко... Он легко забьет охотника и зомби. Попробуем. Ну пусть попробует. Thank you.
неплохо. Плюс 10, плюс 10%. Шансы очень хорошие, я думаю. Вот тебе. Ух ты, сейчас поджарит кого-то. И Илюху жарит. Смотри, куда стреляешь. 72% у Ильи. Один умер. Ну-ка, ну-ка. Давайте поближе приблизим. Так, что делает наш Илюха? Зачем он это сделал? Так, ну сейчас попробуем еще разок, я думаю, поиграть. Да уж. А, ребят, я потом обязательно куплю все оружие, вот как скоро у меня будет 3000 подписчиков. Буквально осталось 250 подписчиков набрать. Вот, и я с вами покупаю очень много фузов. И просто все оружие скупаю, как я обещал. Так, садимся. Нужно поаккуратнее играть. Прыжок. Так, не очень удачное место сейчас попалось. Бой, прыжок. 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 Вот прыжок. Прыжок. Так, неплохо. Прыжок. Выбрался. Сколько у него времени осталось? Я думаю, не так уж прыжок. Много. Прыжок. Затравить хочет. Не успел немножко. Еще раз затравить. Так, ну вот мы попробуем так же телепортироваться. Ах ты, блин. Далековато. Ну-ка, попробую, да? Ветер, в принципе, сильный. В принципе, я хочу вот этих попробовать поджарить сейчас, если получится. Они прям так рядом стоят. О. Так, кайфово. Командир. И бы все вместе в кучу. Ты погоди у меня. Бой. Прыжок. Так, что он собирается делать? Плохо. И плюс немного поддичился. Хороший костюм у него. В атаку. Ложи. Ух ты, нифига себе, двоих прям. Прыжок. И опять на полностью вылечился. Так, тут не опасно, кстати. Очень-очень, блин, опасно. Я могу пока что спрятаться. Давайте пока что спрячемся. Как трус просто. Убегаю. Блин, не очень хорошо. Да, сэр. Илюха одного, считай, оставил. Ну что, мы сейчас ставим ударами. Неплохо. Прыжок. Отдай. Ложись. Прыжок. Прыжок. Так, что он, интересно, планирует делать? Прыжок. Прыжок. А, затравить. Прыжок. Затравить хочет и спрятаться. Ну, неплохо. Охотника туда же скинуть. Хотя знаете, что я сделаю? Я лучше вот по этому долбану. Так, немножко поджарится. Совсем, совсем немножко. Я думаю, посильнее поджарится. Кайфово. Эх, блин. Пока что совсем, совсем очень даже хорошо, я бы сказал. У Люхи 707 здоровья, это блистательно.
Вот тебе. Давайте по охотнику, что ли, попробуем. Ну-ка, ну-ка. Попасть. Вот тебе. Прыжок. Прыжок. Эх ты. Прыжок. Не может долететь. Прыжок. Немножко. Бой. Ух ты, блин, хорош. Прыжок. Чем я его ударю-то, охотника-то? Чтобы так аккуратненько как-нибудь подцепить его. Даже не знаю, чем. Ну-ка, давайте ледяной, что ли, попробуем. Достану, интересно. Достал. Плюс его забрал. Почему он по мне-то ударяет? Так, остался один охотник. Блин. Вот тебе. О, жду приказа. По охотнику попробую. Бой. Отлично, и удар, я сейчас тоже его. Вот тебе. О. Что-то ко мне попало. Ладно, хорошо. Огонь! Метеоритом давайте его. Месть! О! Он скоро достанет для меня. Еще два раза, и он доберется просто. Командир! Промазал! О! Цель обнаружена! Давайте уже охотника нам надо добить. Блин! Промазал! Ай! Ты погоди у меня! Он собирается делать? Блин. Фак. Так, ладно. Блин, ну это будет опасно сильно. Смогу его зацепить. Тоже могу зацепить. Так, и чем мне стрелять-то? Нет. Немножко тебя бы расчистил. Блин. Хреново. Ну-ка, ну-ка. Ложи. Мне кажется... Мне надо выходить уже. Вперед! Вот так промазал. Ты погоди у меня. Бой! Прыжок! Так, что будет делать Илюха? Ух ты, нифига себе, сделал подкоп. Сейчас могу его убить. Что мне осталось? Давайте ковром. 243. Совсем немножко. Мне бы, конечно, еще подлечиться было бы вообще нельзя. Промазал. Да, сэр. Ну, они уже с ума сходят. Не знаю, от кого стрелять. Промазал. Ах ты, блин, вот кого он стрелял. Молодец. Такой четкий расчет. Да, ну тут уже ничего не сделаешь. Вот так, тебе. Хорош.
Что мне осталось, по сути? Какой-нибудь авиаудар-то у меня есть, интересно? Нужно брать телепорт, наверное, ну а что еще делать? Ну, спрятаться так, потайное место. Неужели он попадет? Уф. Не попал. Помазал. По приказу. Огонь. Нифига себе. Не попал. Так, давайте попробуем выбираться отсюда. Так, я предлагаю куда-нибудь сюда встать. Короче, у меня получится. Блин. Прыжок. Я лох. Как можно было так лохануться? Да, сэр. Не попал. Нифига себе, ну он меня поджарил. Блин, а он вышел, короче. Фак. Вот тебе. Что ты, боже, почему он погиб-то? Короче, есть такая тема. Хотя она не поможет. Давайте попробуем вот так просто его убить. Вот тебе. Мне осталось совсем немножко, и все, я погиб. Ты погоди у меня. 1%. Бой. О. Ловушки сейчас не должно быть, по ты идее. Погоди у меня. Она есть. Она все равно, мать твою, есть. Огонь. Нет. Я даже не знаю, что тут делать. Давайте зажгем танцпол этот. Фак. Как я мог лохануться-то? Че, ничья? Твою ж мать, какой же я дурак. Блин, в меню. Обалдеть, вот это лох. Так, ребят, ну, короче, на этом мы закончим эту серию. Это жесть была, это полная жесть. Все, короче, для следующей серии мы постараемся победить.